Времени суток, дорогие коллеги, с вами Кононова Аня, интернет-проект Faberlic Online, и это коротенькое видео я посвящаю новичку, как же можно круто начать, да, просто круто начать. Смотрите, мы сейчас в кабинете новичка Волкова Тамара Ивановна, зарегистрировалась она в прошлом каталоге, сделала, оплатила заказ до конца каталога, заказ у нее был личный, свой большой, на 172 балла, и что же Тамара в итоге получила за свой заказ, и как же все это на самом деле прибыльно и выгодно. То есть мы с вами сейчас увидим все выгоды именно новичка, который стал VIP-ом. Во-первых, новичок с уровня VIP-1, давайте с вами откроем, да, имеет право, да, вот все привилегии по VIP-программе, имеет право уже сейчас с VIP-1 на 70% скидки на любой продукт каталога от черной цены, 50% скидка на 10 любых пробников, это косметика, парфюмерия, косметика для дома, то есть суммарно на 30 пробников, 50% скидка на 10 каталогов следующего периода, то есть и участие в распределении контактов заинтересованных покупателей, которые оставят свои данные на сайте shopfaberlic.com. Тут есть правила. Тут есть правила. И, конечно, чтобы новичок ждал регистрации, то ему нужно пройти онлайн-тренинг «Искусство коммуникации. Первый контакт с потенциальным клиентом». Это во-первых. Потом ему нужно зайти в свой раздел, в раздел «Личные данные». И в разделе «Личные данные» нужно обязательно прописать в настройках галочки. Сейчас настройки загрузятся. И прописываем с вами галочки. Да? То есть я хочу получать контакты потенциальных VIP-консультантов. Да, то есть со своей области. Да? И также я хочу получать контакты потенциальных потребителей. Если вы хотите, чтобы компания просто под вас регистрировала людей, то вам тогда надо убрать вот эту галочку. И вы будете участвовать в VIP-распределении. Что это такое? Вы можете получить, допустим, 1-2 регистрации за 1-2 каталога. То есть регистрации бывает немножко, но VIP-консультант участвует в распределении. И, конечно же, это здорово. Далее, значит, согласие на отображение это не нужно. И также новичок может получить свой интернет-магазин. Если он его получает, то тут нужно обязательно сохранить. Так как мы с вами еще не прошли тренинг, то мы с вами не можем участвовать в распределении. Но после того, как мы пройдем тренинг, мы с вами уже можем ждать новичков в свою структуру от компании. Новичков мало, конечно же, нужно работать самостоятельно. А вот интернет-магазин, по которому недавно проходил вебинар, мы уже с вами получили. Волкова Тамара Ивановна, да? И вот Волкова Тамара Ивановна может этой ссылочкой пользоваться и посылать в соцсетях, да? К примеру, Волковой Тамаре Ивановне понравилось это платье, да? И она хочет поделиться с этим платьем со своими людьми, да? И то есть она нажимает «Поделиться», к примеру, ВКонтакте. И если у вас сбит логин, пароль, то вы можете поделиться, да, или, к примеру, она может поделиться в Одноклассниках, да, ввести логин, пароль и поделиться на любую страничку. Также она может поделиться в Фейсбуке, да, то есть вход и делится, делится на страницу, делится вот этим вот платьишком, да, и получается очень-очень красиво. Эта ссылочка будет отображаться в соцсети вместе с картинкой симпатичной, да, и так далее. То есть вот так интернет-магазин работает. Также тут есть каталог, и она может уже получать заявочки. Самое главное, вам нужно что знать. Когда вы получаете заявку, вам нужно в течение суток ее отработать в разделе «Моя структура». В самом-самом низу у вас появится партнер. Вот такая же серая полосочка, и тут будет раздел «Партнерская программа». Это очень важно. Если вам сделали заказ
заказ, и вы его не отметили в течение суток, как принятый, да, или выполненный, к сожалению, компания заблокирует право на получение следующих заявок, да, и будут отдавать заявочки уже тем, кто своевременно просматривает этот раздел. Поэтому будьте внимательны. Итак, на эту тему мы с вами поговорили. Что же хочется рассказать вам дальше? Так как это VIP-консультант, он имеет право вот на такие вот привилегии, да. Далее мы получили объемную скидку, да. Значит, заходим в раздел «Мой счет» и видим, что нам начислено 310 рублей. 310 рублей за наш заказ. То есть это вторая привилегия, да, мы помимо VIP-консультанта, мы получили 310 рублей. Эти 310 рублей мы можем списать из заказа, и к оплате будет на 310 рублей уже меньше, да, в этом каталоге. Далее, что еще у нас получилось? Так как лидер сделал большой заказ в прошлом каталоге, у нас с вами он участвует в накопительной программе Faberlic Club. А накопительная программа Faberlic Club, она начисляется до 150 бонусов. То есть мы с вами можем открыть правила программы и сейчас посмотреть. Да, то есть вот, пожалуйста, все правила программы. И один бонус равен одному баллу. Сколько в прошлом периоде вы платили баллов, столько бонусов вам начислится, но не более 150. Да? И эти бонусы у вас не сгорят, если вы будете ежекаталожно делать заказы. А если вы не будете ежекаталожно делать заказы, то вот судя по этой табличке, они у вас будут сгорать. Поэтому всегда забирайте свои бонусы. Если учесть то, что от 15 бонусов уже можно забирать подарки, а у нас их 150, мы уже можем забрать 15 подарков. Вы представляете? Вот. Поэтому эта программа очень даже важная. Это во-первых. И еще мы с вами можем забрать скидку по цене каталога, да, то есть скидку по акции новичка, по первому шагу стартовой программы. Поэтому новички, которые делают сразу большие заказы, они реально много экономят, и все мы с вами стираем, все мы с вами моемся, чистим зубы, одеваемся, носим обувь и так далее, да, красим свои реснички, любим ароматы для дома, ароматы для себя, и получить это все в несколько раз дешевле, это просто здорово. Ну, конечно же, новичок хотела попробовать порошок. Порошок можно выбрать в каталоге или через раздел «Продукция». Да? Каталог мы с вами листать все умеем, это есть видео. Мы с вами сейчас вот так вот поищем. Да? То есть мы с вами, если заходим в одежду и аксессуары, то у нас тут есть, так, подожди, дом. Да, вот дом, товары для ванны, для кухни, посуда и косметика для дома. Когда мы заходим в раздел «Косметика для дома», мы с вами видим также пробные образцы, ароматы для дома, уход за одеждой, стирка, да, уход за ваннами, туалетными принадлежностями. И, конечно же, мы с вами можем сейчас заказать или кондиционер для белья, или порошочек, да, что-то типа этого. Да, то есть, конечно же, новичок хотел попробовать вот этот порошочек, и новичок хотел попробовать вот этот порошочек. Минимально, чтобы сработала скидка 20% от цены каталога, например, в России это 380 рублей. Вот тут вот идет акция, да, смотрите, подписано 2 кислородных пятновыводителя всего за 249 каждый. То есть, если вы купите 2, то у вас будет скидочка, да, он будет не 370, а уже дешевле. Добавляем заказ и нажимаем или продолжить покупки, или нажимаем с вами вот на корзиночку и продолжить оформление заказа. Или можно через каталог. Да? Смотрим, у нас с вами на 1420 рублей набрано продукции. Нажимаем продолжить оформление заказа. И сейчас уменьшатся баллы и уменьшится сумма заказа, потому что сработает акция. То есть все акции срабатывают у нас в разделе промо. Смотрим, смотрим. И так, вот она наша накладная. И смотрим, порошочек, пятновыводитель стал 184 рубля, как мы и предполагали, да?
Вот, по акции. Далее с вами что будем смотреть? Будем смотреть на то, что у нас с вами скидка в прошлом каталоге была 20%, в этом каталоге она уже 26%. Почему? Потому что если вы делаете заказ менее 50 баллов, у вас остается на все скидочка 20%. Если вы делаете заказ более 50 баллов, то ваша скидка на все увеличивается в размере до 26%. Процентов, да, и кроме нижнего белья, колготок и одежды. Смотрим с вами дальше, что же у нас есть в разделе промо. Во-первых, у нас с вами есть акции каталога, да, если мы хотим, мы их можем заказывать. Так, объемная тушь, набор аксессуаров, аромат шармант, да, то есть вот это все бонусы за покупку, которые нельзя добавлять из каталога, а нужно добавлять только в разделе промо-акции. Это обязательно. Потом, значит, вот акции консультанта. Это стартовая программа «Шаг первый» и программа VIP по итогам четвертой кампании. А ниже у нас с вами есть вспомогательные акции. Если мы не хотим, мы с вами можем убирать каталоги, можем их добавлять. И также Фаберлик-клуб. Давайте с вами будем с самого начала. Если нам не нужны бонусы за покупку, то мы с вами их сворачиваем, и у нас остаются акции консультанта. Стартовая программа «Шаг первый». Выбрать товар. Скорее всего, грузиться будет долго, потому что одежды у нас много, а там скидка на любую одежду из ассортимента, да? Поэтому подождем. Смотрите, запутаться тут сложно, потому что прямо жирно-прижирно написано «Стартовая программа, шаг первый, итог каталога номер 4». И смотрим, да, то есть скидка 750 рублей. Выбрано 0, всего в списке разрешено к выбору не более одного. И смотрим ассортиментище. Обратите внимание, какой он большой. Вы можете заказать все, что хочется. Можете посмотреть фотографии, как что выглядит, да? Ну вот, к примеру, новинка этого каталога – трикотажное платье с коротким рукавом для женщин, да? Вот я, скорее всего, закажу юбку черную, размер 48, потому что 44 была мала, и мне кажется, что она мне подойдет. Смотрите, если вы сомневаетесь в каких-либо размерах, то когда мы с вами копируем артикул, сейчас, минуточку, то мы с вами можем этот товар найти вот тут вот через лупу, да? Находим его через поисковичок, и сейчас загрузится, а тут есть атласная юбка, да? Мы проходим по этой атласной юбке, и тут есть подобрать размер. Заходим подобрать размер, и видим, какой у нас с вами размер, да, то есть охват бедер, допустим, 112, это у нас 52 размер, да, ну вот, к примеру, вот так вот юбочку можно выбрать, да, вот, значит, поехали с вами дальше. Юбочку выбрали и обязательно, обязательно нажать «Выбрать». Если вы не нажмете «Выбрать», продукт сюда не добавится. Далее, значит, все, что вы делаете в промо, нужно обязательно нажимать кнопку «Применить изменения» потом. Или вы не получите ничего, и вам ничего не придет. Вот что самое главное. Если вы отказываетесь от каталогов, вот вы их отказались от них, и не нажали «Применить изменения», они вам все равно потом добавятся, да? То есть, видите, я не нажала «Применить изменения», и у меня светится журнал Faberlic Style. Хотя я его, Faberlic Style, удалила, но я не применила изменения, поэтому он еще до сих пор накладной. Далее, значит, нажимаем VIP-программу по итогам четвертой кампании. И также с вами посмотрим, как же это работает. У нас с вами тут несколько списков. Вот как раз 10 пробников декора у нас с вами есть, да? 10 пробников декора. А вот пробник помад. Далее мы с вами можем заказать 10 ультракондиционеров для белья вот таким вот образом, да, ну вот 10 пробников косметики для дома, простите, заговариваюсь. Таким вот образом мы с вами добавляем. Семь, да, семь, так, девять, наверное, вот еще один, да, можно добавить.
списке номер два, что мы с вами можем сделать, это забрать 20 каталогов номер 6, да, и, ну, следующего периода. И список первый, он самый длинный. Обратите внимание, тут огромный выбор, и вы можете обо всем об этом почитать. К примеру, вам захотелось дневной крем «Тотальная реконструкция Реноваж». Вы копируете этот номер и вставляете в поисковичок, чтобы посмотреть, что же это такое. Да? Если вы сомневаетесь, вы можете почитать аннотацию. Иногда и бывают написаны комментарии, и вы можете почитать комментарии. Да, вот, во-первых, сколько он на самом деле стоит. Да, давайте проверим с вами. Тут он стоит 156 рублей. То есть это продукт с 70% скидкой, плюс самый приятный. 156 рублей мы делим на 2 балла. Делим на 2,08. И у нас с вами получается 75 рублей балл. То есть это не половинчатый балл. И, конечно, в первую очередь, что вы должны его видеть, что это 50+, возрастная категория. Если вы моложе, вам просто это нельзя. Да, я так понимаю. Вот, поэтому выбирайте продукцию всегда через что-то такое. Вот. И когда вы что-то выберете, тут также есть колготки, косметика для дома, продукты для здоровья, да, это же омега, это же Q10, всякие маски, патчи коллагеновые. Тут есть очень много всего для волос, есть чаи, кофеи, напитки сухие, какао, есть продукты из гречихи, да, то есть подушка, сиденье из гречихи, есть всякие пасты отбеливающие, ополаскиватель, кстати, очень мне понравился ополаскиватель, крем антиперспирант для ног, тоже вещь очень хорошая, то есть вы можете тут заказать все, да, ну, конечно, я вам советую заказать, может быть, какой-то свой любимый парфюм, который вы давно хотите, но вам он кажется дорогим, а тут он у вас будет, смотрите, 300-200 рублей, да, то есть парфюмерочки тут у вас будут реально дешевые, вот 500 рублей, да, Алена Ахмадулина, она стоит 1500, да, а вы ее получите за 500 рублей, вот давайте с вами даже посмотрим, мне интересно, да, просто сравнивайте цены, и вы будете видеть выгоду, да, сколько она? 1481 рубль стоит по нашей цене. А тут она 556 рублей. То есть 70% скидка, да? Великолепно. Великолепно, просто великолепно. Если она вам нравится, пожалуйста, вы можете на самом деле урвать что-то подешевле. И после того, как вы что-то добавите, я, конечно же, сейчас что-нибудь выберу. Я, скорее всего, возьму DD-спрей-ход. Я очень часто укладываю волосы. И там идет защита аж 220 градусов. Да, вот. Очень хорошая вещь. Мне очень нравится. Также про него я вам могу сейчас прямо показать аннотацию, пока мы не ушли с этой странички. И вы будете знать, что это такое. Но читать я ее, конечно, не буду. Но просто поставите на паузу и почитайте, что он делает. Да? Вот, мне нужна от него вот эта вот функция. Мне нужна вот эта функция и вот эта функция. И все. Далее, значит, я нажимаю «Выбрать». И если мне больше ничего не надо в разделе «Промо», да, посмотрите внимательно, удалили вы каталоги, еще что-то, то можете забирать подарки по программе «Фаберлик Клуб». И все. Можете нажимать кнопочку «Применить изменения». То есть за 15 бонусов, как вы понимаете, я могу забрать 10 подарков, но также я могу, допустим, забрать один какой-то дорогой подарок за 120 бонусов. Да? Вот, допустим, ножные пластыри Faberlic Detox, которые способствуют похудению, выводят токсины из организма. А пятновыводитель у меня уже есть в заказе. Да? Я также могу забрать любую парфюмерную воду реально дешево. Да? Также я могу забрать губную помаду из люксовой серии, тональный крем двойной стиль, браслеты, да, как они выглядят, да, там подвеска, вот Secret Story, да, то есть все, что мне захочется, да. Ну, я, конечно, люблю заказывать гели для душа. Да, шампуни, вот укрепление от корней до кончиков, да, я могу сейчас взять 15 шампуней бесплатно.
Это просто супер. А также мне очень нравятся мыла, устраняющие запахи. Да, они устраняют все. Ими моют и кошачьи лотки, и доски из-под чеснока, из-под рыбы, да, разделочные. Что им только не устраняют. Да, вот его иногда даже, чтобы освежить квартиру, наливают просто в ведро и моют с ним пол. И на самом деле получается здорово, ничем не пахнет, ничего, да. То есть замечательное средство, то есть что только с ним не делают. Руки, конечно, тоже хорошо моет, да. Вот, также можно заказать маски, скрабы для ног, да. То есть вот это все идет за 15 бонусов. Капсулы, да, для краски, в краску ложить капсулы для волос. Вот, и не будем долго останавливаться, да, то есть подарки идут от 15 бонусов, и я взяла 10 мыл для кухни. Что нужно сделать дальше? Выбрать, и потом мы применяем изменения. И сейчас, после того, как изменения применятся, мы с вами будем смотреть свою выгоду. Итак, побежали, побежали. Мыло для кухни, устраняющее запахи. За 0 рублей 10 штук. Великолепно? Великолепно. Пакет Майка нам вкладывается автоматом. Юбку мы взяли всего за 800 рублей. Классную, атласную, черную, клевую юбочку. Да, кстати, если не подойдет, возврат в течение 21 дня, не забывайте. Вот, далее, значит, мы взяли с вами пробники за полцены, как вы видите, кучу пробников, да. Диди спрей уход, который в каталоге стоит, забыла сколько, простите, да, давайте сейчас с вами посмотрим, сколько он стоит в каталоге, 125. Мы его взяли за 56, да, обратите внимание, какие-то копейки, да. Каталог нам вложили один, это обязательно один каталог. Кислородный спрей у нас с вами пересчитался, стал дешевле. И, в принципе, все. То есть мы с вами получили обалденно здоровенную скидку на юбку и 10 подарков сверху. Плюс, а на этом еще не заканчивается, да, наши привилегии. Плюс у нас с вами все это с 26% скидкой. И перед утверждением заказа, обратите внимание, счет по заказу 1800 рублей. Но скидка списана 310 рублей. То есть новичку начислена его объемная скидка по его процентному уровню, да, 310 рублей. И когда мы нажимаем «Утвердить заказ», у нас к оплате не 1891 рубль, а у нас с вами к оплате получается 1729 уже. Да? Вот. И это просто здорово. Вот. Ну что ж, с вами была Кононова Аня, интернет-проект Faberlic Online. До встречи с вами в новых видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И если это видео вам было полезно, напишите мне, пожалуйста, под видео, что вам это было полезно. Если это видео вам чем-то непонятно, вы напишите, что непонятно, и я вам все расскажу и подскажу обязательно. Итак, всем пока-пока. До встречи с вами в новых видео. Рада была быть вам полезной.